Друзья, всем большой привет из Крымской саванны, парка Львов Тайган. В этом ролике полюбуемся на Чука и его двух друзей, белых братьев Чипа и Дейла. Вот они сейчас втроем в саванне. Саванна, как видите, зеленая. Но травка не такая сочная, как обычно в это время, потому что мало в этом году осадков. Елена Желябова сегодня в гостях у наших красавцев и угощает их мясными конфетками. Вот, Чук с благодарностью принял угощение. Он прекрасно Елену узнает и сразу подошел, не спеша, так чинно, как и положено вожаку крымской саванны. Красавчик, вот, уже у него, посмотрите, под глазками зажили эти шрамы, которые не заживали, когда он был в вольере, и потому что приходилось махать лапами частенько, успокаивать, утихомиривать подросших племянников и сыновей, здоровяков. А здесь с этими двумя белыми братьями они живут душа в душу, не ссорятся совершенно, полное у них взаимопонимание. И посмотрите, мордочка у Чука уже стала заживать, рубцы остались вот под глазами, а уже сами раны зажили. Это очень хорошо. Вот два богатыря, два белых брата, Чип и Дейл. Дейл спит, а Чип, он не может спать, когда кто-то идет с угощениями. И, конечно же, он увидел, что Елена идет с мясными конфетками. И вот конфетки прям под нос Чипу полетели. Чип и Дейл, прям они стали с возрастом так похоже, что порой трудно их даже различить. Вот, Чип наяривает угощение, а Дейл отдыхает, а спит. Собственно говоря, уставать им особо нечего, но у львов такая натура, что они спят по 20 часов в сутки, если не нужно охотиться и нет какой-то другой необходимости. Ну а в парке Львов Тайган все, на, как, что называется, на подносе им и еда. Сходили, попили вон в саванне несколько, два больших пруда. И вообще жизнь такая проходит в неге. Сейчас даже львиц у них нет, некого охмурять. Чип там ходит, посматривает по вольерам, но уже ему это, видимо, занятие тоже надоело. Понял, что результату и толку от этого не будет. И Дейл, наверное, ему сказал: Чип, бросай это дело, давай лучше вот в саванне вместе в тенечке будем лежать и принимать мясные конфетки. Вот такая вот обстановка, друзья, в крымской саванне. Сейчас три этих самых таких главных льва. Дейл. И вот Дейл. Они в саванне радуют посетителей своим видом. Ага, вот Дейл, красавчик, да, Чипочка, проснулся все-таки от чмокания Чипа. И Елена сразу же ему кинула тоже угощение. Дейл, мы видим, так это взял, чуть ли не снисходительно, якобы сделав одолжение. Но, тем не менее, кушает сочную такую мякоть с удовольствием. Вот, и облизнулся. Ну, конечно, оба с Чипом облизываются. Кусочки-то Елена всегда привозит. Ого-го, отличные, свежие. Частенько-то добалует их и баранинкой, которую они с удовольствием уплетают. Вот так, друзья, видим сейчас вот от машинки колея, приезжает Олег Алексеевич, всех тут проверяет, молодой прайд, и, конечно же, своего любимца Чука и Чипа с Дейлом. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, вам за ваши лайки и комментарии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, делиться ссылочками
на своих страничках в социальных сетях, на наши видео. Всем мира и добра. Пока-пока.